Приветствую. Видеообращение для заказчиков компании Monolith. Значит, хотел сказать, что в сложившейся ситуации нет возможности закончить некоторое количество заказов. К сожалению, это не только от меня зависит. Естественно, сейчас трудности, ну, то, что от меня зависит, на самом деле я сделал, все необходимое приготовил для завершения заказов практически всех. Но, к сожалению, не у всех сотрудников есть возможность уже в сложившейся ситуации выходить на работу, ну, даже добираться до работы скорее, в принципе, выходить на работу. Даже и могли два этих дня, как бы мы первый день после этого всего случившегося, мы вышли на работу. Ну, честно сказать, вообще настроения какого-то работать, естественно, не было. Позанимались такими уже организационными, своими личными уже вопросами, поездили компании там к банкомату, там кому в магазин вот, запчастей. Ну, в общем, друг другу как могли, помогли. И, в принципе, это было в четверг, и, в принципе, решили разойтись, но там уже как бы посмотрим, решили так, что там в пятницу, завтра, то есть как-то выйдем или... Но ситуация никак не поменялась в лучшую сторону, к сожалению. Но это все такое, как бы это... Значит, все знают, какая ситуация, смысл в чем. Как я думаю, там до понедельника объявили комендантский час. Как я думаю, если все совсем не станет плохо, ну что я надеюсь, то с понедельника мы просто там даже заказы, которые даже до конца не доделаны, мы их будем развозить в том состоянии, в котором они есть. Я так понимаю, что, естественно, людям нужны и двери, и сейфы, они бы лишними не были. Развозить такими, как в том состоянии, в котором мы есть, я думаю, что если там у сейфа не покрашена крышка, я думаю, ну, при этом он полностью работоспособен, то я думаю, ну, многие заказчики бы не отказались от такого. Поэтому, ну, то же касается и некоторых дверей, они там, ну, отчасти закончены, то есть некоторые даже заказчики уверены в металле, готовы были бы принять, главное, чтобы они были полностью функциональны. Поэтому понедельник будет видно. Будем стараться заканчивать уже начатые заказы, новые заказы. Естественно, навряд ли кто-то собирается заказывать. И в то же время я никаких заказов пока не принимаю. Не принял бы, если бы даже людей попросили. Поэтому вот такая ситуация. Надеюсь, что все это прекратится. Как можно быстрее. Поэтому всего доброго. Мира и здоровья всем. До свидания.